Эй, приветствую тебя, с тобой Ангрей. Сегодня, возможно, в твоих руках станет немножко потнее. И теплее, потому что мы сыграем в Aura Hentai Cards. Мое имя. Когда-то в далеком мире Пентарула все расы жили в мире и спокойствии, пока демоны не решили развязать войну. Сивилла, королева демонов, собрав свое демоническое войско, начала грандиозное наступление. Разобщенные народы проигрывали сражения одно за другим, так и не сумев заключить единый союз. И только избранный богиней Аурой смог бы объединить все расы под единым знаменем. К сожалению, она так и не явилась. Но внезапно, спустя сотню лет, пролетела комета, и по всему Пентарулу засияли яркие лучи. В этот момент у всех вспыхнула искра надежды. Боже мой, твою же мать! А вот и я, твоя богиня Аура. Нормально так богиня приземлилась сиськами на грудь. Приветствую тебя, герой. Я стал герой. Герой! А о, ты чего прячешься? А кто же знает почему? Простите, вы кого-то ищете? Ох ты ж ты. А ты кто такой? Героя не видел тут? Здесь нет никакого героя. И может уже слезьте с меня? Как-то нет героя. Я точно должна была прилететь на место, где находится герой, что спасет мой мир. Вы случаем не о сэре Рейнхарте говорите, но святом рыцаре, что погиб на войне с демонами 70 лет назад. Как он, в смысле, погиб 70 лет? Ты шутишь? Не верю. А если резон мне шутить? Вот его могила. Герой погиб. Не верю. Слушайте, я, конечно, все понимаю, но может вы все же слезете с меня? Мне крайне тяжело дышать. Уже. Хочешь сказать, что я настолько толстая... Я на минуточку богиня. Да мне хоть... Стоп, богиня? Да, я богиня Аура, создательница всего сущего в этом мире. Ну, что-то слабо верится. На статуях и фресках ты выглядишь куда более целомудренно. А это уже не твое дело ума. И вообще, что мне теперь делать? Героя нет, мир обречен на захват демонами. О, я решила. Теперь ты станешь новым героем. Что? Ну почему нет? Ты первый, кого я встретила. Да и мне... Стоп, еще раз стоп, это как работает? Я обычный фермер, я даже сражаться не умею. А это не важно, я даю тебе божественное благословение, с ним ты будешь непобедим. А меня ты спросить не хотела? Кстати, о вопросах, как тебя зовут-то? Меня матушка учила трем важным вещам, не совать в рот всякую гадость, не покупать что-либо у сомнительных личностей и не отвечать на вопросы всяких полураздетых девиц. Надо же. Матушка моя богиня. Ну что за упрямец? Да гадай, ты девственник? А вот это уже реально тебя не касается. Еще как касается, я мать всего сущего. И следовательно, я и тебе в какой-то смысле матушка. Не нужна мне такая мать, увольте. Сказал 20-летний девственник. Короче, ничего не хочу слышать, и героем становится тем более. Малыш, выбора у тебя все равно нет. Если я решила, то так тому и быть. Вообще никак не пересмотришь свое решение. Нет, твоя судьба. Черт с тобой, но я даже драться-то особо не умею. А вот это мы сейчас и посмотрим. Нападай на меня. Вот это сюжет. Итак, давай начну с «Как сражаться». Запомни, в каждой дуэли есть только один победитель. Проиграешь, придется начать сначала. Это твои карты. Каждый ход ты получаешь новые взамен использованных. И так до 5 карт. Каждая карта имеет свою цену, параметр эффекта и силу эффекта. Выбирай карты с умом. Это твои очки маны. Каждый ход они обновляются до максимального. Так что можешь сбросить ненужные тебе карты, нажав на эту кнопку и выбрав карты. Чтобы вернуться к бою, тебе нужно снова нажать на эту кнопку. Также ты можешь нажать на колоду, чтобы получить новую карту.
Это тратит одну очку маны. Как только ты закончишь свой ход, то нажми эту кнопку, чтобы передать ход своему противнику. Вау. Не забывай про свой инвентарь. Некоторые эликсиры смогут спасти тебя в критической ситуации. Фух, ну вроде все, рассказал. Давай попробуй сразиться. Я в домике, даю 2 единицы щита. Я в домике. Ну давайте. А как сыграть-то? А, все, я сыграл, да? Ты проиграл. Ни хрена у нее урон. Ну реально богиня. Ах ты сисястая. Ну, вполне неплохо для обычного фермера. Еще так лет 200, и ты даже сможешь со мной потягаться. Наверное. Шутишь, да? Я тебе даже царапины не оставил. Ты все же думал, что сможешь что-то сделать с богиней? Неважно, ты же говорила, что одаришь меня своим благословением. Но что-то я ничего не чувствую. Ох, точно, благословение совсем забыла. Серьезно? И это создатель всего сущего? Ты не дерзи меня тут. Я, между прочим, очень ответственная личность. Ответь мне на вопрос, чем ты была так занята, что от тебя не было ответа на мольбе героя в течение 50 лет? Ну, понимаешь, 100 лет назад у богов пантеона был корпоратив. Корпочто? Только не говори мне, что... Да, я все проспала, у меня до сих пор небольшое похмелье. Ну и что? Мне тоже нужен отдых. Теперь мне становится понятно, почему демоны вокруг ворвались в наш мир. Да, это говнюк Сельсет, он специально меня опоил. Да-да. Я серьезно. Ну, уже поверь мне. Так что там с благословением? А, все готово, оно, мать моя арчиха. Что опять не так? Хе-хе, упс. Я опять напортачила. Дала тебе не то благословение. Что? И что за благословение ты мне дала? Это благословение любви и похоти. Забирай. Не могу. Почему? Человек может получить благословение только раз в жизни, и забрать его уже нельзя никак. И что это за благословение? Ну, в целом оно неплохое, особенно для девственника вроде тебя. Эй! Да ладно тебе, силы оно, конечно, не прибавит. И какой мне прок от него, если я не могу никого победить? Ладно, ладно, я поняла. Сделаю тебе исключение и позволю тебе протестировать благословение на себе. Как ты? Иди ко мне, мой сладенький. Что, что, стой? О! Как-то так. Какие ощущения? Почему молчишь? Только не говори мне, что... Женись на мне. Что? Женись на мне. Послушай, я, конечно, понимаю, что это твой первый раз и все такое. Пожалуйста, выходи за меня. Да блин, это же просто был божественный Пайзури. Божественный? Да, я довольно стара для тебя. Мне уже за миллиард перевалило. Это не важно, просто кого я готов на все. И героем станешь? Да, только выходи за меня. Хорошо, давай, договоримся. Так, приведи королеву демонов, и тогда я стану твоей до конца твоих дней. Отлично, как мне это сделать? Сейчас демоны не так активны, как 70 лет назад. Королева Сивила ведет в некотором смысле партизанскую войну, периодически атакуя и сталкивая народы между собой. Тебе придется пройти по всем землям континента и объединить все народы против Сивилы. И запомни, я не против, если для получения сил ты будешь спать с другими расами. Но и в случае не спи с Сивилой, иначе тебе не поздоровится. Я понял, так что мне делать в первую очередь? Женушка. Женушка? Хе-хе. Ах да, иди в столицу своей родины, Фискиолию. Там ты должен отыскать святую воительницу Хейлу Айрон. Получи у нее, поучись у нее и постарайся переманить ее на свою сторону. Дальше она уже направит тебя. Когда мы снова увидимся... Я приду к тебе, когда Сивила будет поражена. Удачи тебе, мой герой. Как же легко из человека героя это сделать, да? Всего-то нужно иметь большую грудь. Ну, он, конечно, молодец. Я, правда, пока не понимаю, в чем тут игра. Обновилась галерея. Посмотрим, что там нового. Да, окей, посмотрим. Фискиолия. Весьма забавненькая карта, но маленькая. Кстати, возможно, будет проще. Инвентарь. Ни хрена в инвентаре нет, да? Навыки.
интеллект можно прокачивать. Интересно, в этом есть смысл? Так, давайте пока силу. Могу выйти вообще из города? Так, хотел с торговкой. А вот она. Да, зелье силы. Вот это ценно, я понимаю. Давайте еще одну отмычку одну. Эликсир здоровья. Так. Вернемся в Фескиолию. Лучшие друзья. Находясь в здании гильдии, вы увидели, как два наемника о чем-то очень громко спорят. Заметьте, ваш ребята не пока подзывают вас. Подойти к ним и узнать, в чем дело. И к ним наемники начинают объяснять, в чем дело. В очередной походе подземелья им удалось добыть легендарный эликсир силы. Теперь не спорят, что с ним делать. Наемники просят вашего совета предложить продать эликсир. Вам. А, вот для чего, видимо, интеллект нужен. Хочу поделить его пополам между ними. Потом один из наемников сходил в лавку алхимика, где купил магические колбы. Они разлили эликсир пополам, что в целом решило их проблему. Благодарив, они ушли в новое приключение. В дальнейшем прославились как дуэт великих. О, я выполнил. Ребенок в беде. Вполне очередное задание... От гильдии вы увидели, как на главной дороге стоит маленький мальчик и сильно плачет. Подойти к ребенку и спросите. Подошли к ребенку... Кстати, что-то значок. В попытках узнать, что случилось, спустя долгое время малыш покаяться объясняет, что его маму вели странные люди, и она до сих пор не возвращается. Так, попросим показать, куда вели его мать. Вы проследовали к месту, куда вели мать ребенка. Ворвавшись туда, вы обнаружили множество женщин, которых похитили в качестве секс-рабынь. То есть женщины убить похитителей. Видите, негодяев вы находите тайник работорговца. Там много золотых монет, также несколько эликсиров. Вот это награда спасения. Ага. Кому вы, блин, рассказываете? Да, и в моем инвентаре ничего нового. Понял. А, нужно было вот куда нажать. Вот тогда уже круто. Старушка в беде. Когда вы мирно проводили свой выходной, сидя на лавочке в парке, вы заметили старушку, которая ох, пыталась что-то найти в фонтане. Подойти к старушке. Вы подошли к старушке, и та объяснила вам, что выронила свое кольцо в фонтан, когда кидала туда монетку на счастье, и теперь не может его найти, так как плохо видит. Помочь старушке найти кольцо. Вы проверили... Больше часа на то, чтобы отыскать кольцо в мутной воде, наполненной грудой медных монет, но вам не удалось. А, но вам это удалось, и кольцо у вас в руках. Отдать кольцо старушке, разумеется. Уже кольцо старушка слезами на глазах вырвала вас. В то время к вам подбегает богатый одетый мужчина, который оказывает со сыном этой старушки. Он также благодарит вас и дает вам мешочек золотых монет. 500. Развратница. Проходясь по другому району города, вы ловите томный взгляд незнакомки, которая всем видом и манящим пальчиком зовет вас с собой. Пойти за незнакомкой, покраснев, отвернуться и пойти за покупками. Вы стеснительно выходите, отводите взгляд и продолжаете свой поход за покупкой. Все же у девственника довольно трудно побороть, так быстро мужайтесь. Так, сразиться с ними ограбление. Битва была тяжела, так вы еще новичок. Посмотрев на тела лежащих на земле, вы заметили, что это блестящее, торчащее в карманах бандитов. Обыскать тела бандитов. Заглянув в карман, вы обнаружите качественный эликсир здоровья. Вот удача. Давайте, чтобы закончить историю. И ключик заодно. Так, ну не знаю, не зря мы силу повысили определенно. Так, давайте еще силу апнем. Интеллект. И ХП. В боях нам-то это помочь должно хотя бы. Все, прокачались. Давайте снова с рыженькой.
По заданиям у нас уже ничего нет. Так, инвентарь. А, вот. Вот как раз. Ну все. Готовься, Хейла Айрон. Зельями я тебе наваляю. Вот это я понимаю. Прокачка. Так, можно почекать? Нет, почекать я не могу, что это за зелье. Я должен был, типа, заучить, что они делают. Допустим. Ладно. Будем по ходу боя тогда просто применять. Так, это хил? Да, это хил. Ну, по сути, используя хилки-то, ее побить вообще не проблема. Досвидос. Почти что досвидос. Ну, конечно, говорить я конечно, ну, догадывался, что, может, здесь не будет какого-то сверхневероятного, но... Конечно, как... Такая маленькая победа. О, тенотте. Позор, какой же позор. Все настолько плохо, я вроде же победил вас. Позор мне, хоть я и не сражалась с полной силой, но даже и так меня раньше никто даже коснуться не мог. Старею. О, госпожа Хейла, вы молодые, красивые и благородные. Старость вас даже не коснулась. Ты прав, видимо, тебе просто повезло. Давай-ка еще раунд. Ой, госпожа, давайте возьмем перерыв, у меня все тело болит. Ну что ты за слабак-то? Хорошо, я даю тебе 2 дня. Возвращайся, когда восстановишься. Благодарю вас, госпожа. Нет, а хватит любезничать, хоть и с помощью удачи, но ты все же победил меня. Дозволяю тебе просто обращаться ко мне по имени. О, хорошо, то есть Хейла. Ну все, ступай. Что хочу сказать? Ну, в целом, тут довольно-таки хорошая рисовка. Возможно, какие-то нейросети уже используются для подобных игр. Весьма простенькая карточная система. В сути дела, здесь только нужно, здесь на то, что от... Бабло выфармливать и с хилками максимально легко можно побеждать. Но опять же, какой-то с боевой системы крутой в игре нет. Сюжетец, ну, какой-то стандартный, мне кажется, по сравнению с мерком. Парень становится героем. То, что, конечно, он так богиню, знаете, сперва. На пофиг ее воспринимал, типа, да пошла. А когда она отработала как следует его, он такой, все, женись на мне и все дела. Ничего святого для него больше в жизни не осталось, только большие груди. Кстати, а что вот это? А, случайное событие, врач мастер. Понятненько. Что ж, рейтинг интереса этой игре я поставил, наверное, бы баллов 7. Достаточно она неплохая, как по мне, для своего жанра, опять же, игр для взрослых. Визуал тут, тут максимальный визуал, на самом деле, приятный, что вот, что опять же радует. На этом всем спасибо. Вытрите руки и идите споки-ноки делать.